Баскетбол поможет избавиться от осенней хандры. Настало время самых горячих моментов минувшей недели. Лучшая игра с мячом. Избранная. Новобранец Уникса Мелвин Эджим быстро запряг и быстро поехал. Получил пас от Антона Панкрашова, промчался сквозь оборону рижского УЭФа и завершил атаку шикарным броском. Мелвин Эджим, Уникс Казань, 10 место. Сколько лошадей под капотом у Кайла Хайнца? Спросите у игроков Смоки Минск. Американец сокрушил кольцо соперника мощным данком после хитрого паса Нандо Де Кало. Иностранный легион ЦСКА во всей красе. Нандо Де Кало на Кайла Хайнца. ЦСКА Москва, 9 место. Седрик Симмонс, не подарок для соперника, легко продавил 110-килограммового Мартинша Мейерса и без усилий забил сверху. Уроки работы в краске. Дорого. Седрик Симмонс, Калев, Таллин, 8 место. 7 место. Баскетбольный мастер-класс от Астаны. Казалось бы, обычный пик-н-ролл, а завершилось все привычно. Эффектным данком. Джастин Картер нашел Ики Удана над кольцом Зенита. Завершение – дело техники. Джастин Картер на Ики Удана. Астана, Казахстан. Российские ветераны ЦСКА не хотят отставать от летающих легионеров. Виталий Фридзон провел операцию «Быстрые руки». Андрей Воронцевич поддержал партнера по клубу и сборной спринтом в стиле Усейна Болта. Алиуп, классный данк. На опыте. Виталий Фридзон на Андрея Воронцевича. 6 место. На 5-й строчке новый завсегдатай хит-парадов Томас Робинсон. Алексей Швед вовремя отдал пас на взлетевшего американца. Кольцу Пармы не поздоровилось. Телепатическая связь от игроков Химок. Алексей Швед на Томаса Робинсона. «Зенит» наказал Астану за самоуверенность. Два паса питерцев свели на нет высокий прессинг гостей. Де Монте Харпер нашел Сергея Карасева в углу. Вместо трешки снайпер «Зенита» выдал алиуп на Дрю Гордона. А уж забивать сверху этот парень точно умеет. Сергей Карасев на Дрю Гордона. 4-я строчка. Томас Робинсон сделал это снова. Стефан Маркович разогнал атаку Химок и выдал пас-конфетку с центра площадки. Робинсон в матче с Пармой был настроен серьезно. Очередной полет и еще один эффектный данк. Как и до конкурса по броскам сверху долетишь. Томас Робинсон. Химки. Московская область. 3-е место. Мартин Шмейерс чем-то сильно огорчил парня из Калева. Чем еще объяснить этот беспощадный данк? Анари Йойсар легко ушел от Евгения Колесникова и мощно вколотил сверху через латвийского центрового Уникса. Янари Йойсар, Калев, Таллин, 2-е место. И автором лучшего момента недели становится Дрю Гордон. Форвард «Зенита» рассчитал отскок после промаха Марка Симоновича и поставил яркую точку в атаке команды. Шикарный путбэк-данк. Посторонись. Дрю Гордон, «Зенит», Санкт-Петербург. И на этом все, друзья. Увидимся через неделю. И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля.